Как реализуется республиканская адресная инвестиционная программа и с какими дорогами предстоит зимовать республике? Такие вопросы поднимали сегодня на еженедельном совещании при главе Чувашии. Почти 6 миллиардов рублей в 2013 году предусмотрели на объекты республиканской адресной инвестиционной программы. Это долгосрочная программа развития инфраструктуры региона. Благодаря ей за 9 месяцев в Чувашии начали работать десятки важных объектов. В январе-сентябре этого года в рамках РАИБ введены в действие 20 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта. Кроме того, введен в эксплуатацию бизнес-инкубатор в селе Батрево, 14 объектов электроснабжения в рамках программы электрификации новых улиц. Однако в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя недобросовестных подрядчиков. Прошу называть ответственных нарушителей выполнения контрактов, которые заключали между главными распределителями средств и подрядчиками, которые выигрывают у нас аукцион, а потом ненадлежащим образом выполняют свои договорные обязательства. Государственными и муниципальными заказчиками исполнены либо исполняются с нарушением сроков или качества работ 11 контрактных обязательств по объектам РАИПа с общим объемом 227,9 миллионов рублей. Ну, перечислю несколько таких объектов. Например, в сфере образования, строительство дошкольного образовательного учреждения в поселке городского типа Буинск и Бресинского района. Подрядчик ООО «Стройкомплект». При работе с такими подрядчиками глава рекомендовал активнее использовать судебную практику. Ну а чтобы у правоохранительных органов, особенно дорожных инспекторов, было поменьше работы в холодное время года, к зиме начали готовить дороги республики. По состоянию на текущую дату для зимнего содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения заготовлено 76 тысяч тонн песка, что составляет 96% от потребности. Порядка 7,5 тысяч тонн соли, это тоже 97% от потребности. 82 тысячи тонн песко-соляной смеси, 95% от потребности. Из 362 единиц дорожно-строительной техники, занятой на работах в зимний период, 316 готовы к эксплуатации. Ольга Пырочкина, Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.